Всем привет, ребята. С вами тот парень, тот самый стример. У нас экстренное включение. На самом деле нет, недели Naughty Dog. У меня день или два не было. Продолжим играть Uncharted 2. Но сейчас стрим будет недолгий, полчасика, наверное. Если не добьем, то потом часа через два, через три я смогу завести, и тогда уже добьем Uncharted. Еще потом я хотел делать перерыв с Uncharted'ами Last of Us сыграть, но типа друг тоже с PlayStation, он захотел поиграть с Last of Us внезапно. Так что, скорее всего, все равно начну я третью, а потом же Last of Us. Но пока вторая. Что это за твари? Что? Пугало. Страж запретного пути. Весьма впечатляющее пугало. Лазаревич, я все сделал. Отпусти их. Опять торгуешься. Но ты раскрыл карты и проиграл. Вот так, тут если это обрывается. Люди, то нет, почему нет, они этот выдерживали по стоку попаданий? И почему они жрали людей? И умер, зная, что я отобрал у него. Ну ладно. Открыть ворота! Открыть ворота! Лазаревич. Как красиво. Шангрила или что? Чипанта. Всем привет, я Лазаревич. Бля. Ну долго они будут вышагивать. Ну город старый, ну чё. Пора. Ты уже слишком давно путаешься у меня под ногами. На колени. Сейчас предатель того убьет. Эй, эй, Зоран, был уговор. Не прощаю предателей. А, ну раз ты сам знаешь, как найти камень, значит обойдешься без меня. Спасибо. На колени!
Это джип Гарри или кто? Блядь, что он есть? Только я обрадовался. Ах ты дрянь! Уходим! Там аватары подъехали. Идем. Все нормально? Нормально, я цела. Бегом, бегом, бегом! Тихо! Хотя тут вообще офигеть как красиво. Блин, график покрашил. Они повсюду! Когда вот не супер ярко, то зашибись прям. Блин. О, нет, бабка Лена. Все нормально? А нормально? Ай, блин. Блин. Все нормально? Нормально, я цела, бегом, бегом, бегом! Тихо! Конзо, беги там! Конзо, беги там! Ублюдок! Ой, блин, куда ты? Конзо, сэр! Я заберу твою душу или что? Они повсюду! Вот толком вот, вот сейчас он отчетливо пускал. Вот этого не мог. Осторожно! Пристрелите их! Треугольник. Внимание! Треугольник. Мы летим. А, не прыгайте с ними, что делать? А, держаться. У меня просто тихо игра. Ох. Так. Надо немедленно выбираться отсюда. Хорошо. У тебя губы не совпадают. Когда я это увидела, я потом ночами не спала. Что это? Ладно, идем. Идем. Некогда зевать. Идем, идем. Да давай зевать. Сейчас он что-нибудь сломает. О, нет! Нет! Идем. Некогда зевать. Идем, идем. Пауза сама врубается. А, кто-то добрался сюда раньше нас. Ну, будем надеяться, нам повезет больше. Да. Похоже, эти трупы лежат тут лет 70. Эй. Приоделись. Им это мало помогло, но возьми. Спасибо. Спасибо. Так, Лазаревич и компания наверняка отправились в город, так что если доберемся до выхода, сможем спокойно уйти. Нет, Хлоя, мы должны найти Чентамани. Хлоя, что? Надо остановить Лазаревича. И как вы собираетесь это сделать? Найти камень первыми и уничтожить его. Эй, подожди. Только не говори, что веришь в эту сверхъестественную чушь. Ну, я про озвучку. Я уже не знаю, чему верить. Ладно, если ты не понял, этот человек — клинический идиот. Думает, что исполняет пророчество. И что камень сделает его неуязвимым. Бессмертным. Мы стоим посреди Шамбалы. И ты говоришь о невозможном? Ты видела, сколько пуль всадили в тех тварей. Это очень странное место. Тем более надо убираться отсюда, пока можем. Я просто пытаюсь все исправить. И, возможно, спасти мир. О, боже. Слушай, милая. Миру наплевать. Если ты высунешься, тебе откусят голову. Ты же ненавидишь Лазаревича. Да, я хочу наказать его не меньше, чем ты. Но ничего из этого не выйдет. Вот, вот, да чем что это за закончится. Паникерша, блядь. Нахуй ее. Болтовню. Черт, блядь. Опять эти уроды. Назад, не подпускайте. Катне до тупки маре. Ты, я, резкий,
Стреляй, стреляй! Назад! Не подпускайте их! Стреляй, стреляй! Трудно, трудно, трудно. Опять эти уроды назад, не подпускайте их. Не подпускайте их. Уй, блин. Треугольная граната. Стреляй. Стреляй, Вася. Кунзашту. Блин, ну эти монстры, это просто пиздец. Да блядь, я в текстурках застрял. Говнище сраное. Буду, короче, выманивать их и... Не подпускайте их! Давай, блядь! Он готов, а чё? Пошёл комбо! Стреляй, стреляй! Так вот, железо! Таджикистан приехал. Ну, слезай, петух! Воздух какой-то! Вот. Ложись! Граната! Да блядь! Треугольный квадрат. Отвлекайте его. Ой, блин, там еще подъехали. Нет. Чё-то не успеем мы за полчаса, наверное, пройти. Назад, не подпускайте их. Назад, не подпускайте их. Да блядь, еще у них арбалеты восьмиструнные. Восьмистрельные. Вонзок какой-то! Осторожно! Берегись! Берегусь, давай. Лена, давай, помоги, пожалуйста. Отвлеки его. Не хочу умирать.
тактика на баб его вести. Давай, бей, тёлок. На. Блядь. Всё. Сейчас всем, блядь, глаз на жопу натяну. Тако, тако, буррито, буррито. Ну давай, чмо. Мы готовы. Тры-тры, тры-тры. Кума! Кума! Тры-тры. На, с арбалета. Не так хорошо. Блин, да вы шутите. Еще кума подъехала. О, черт, у них взрывчатка. Да. Действительно. Тыры-тыры. Блин, а не овнится. Нам нужно более серьезное оружие. Это вот это. Точно. Хорошее оружие, с которым я... Тыры-тыры, тыры-тыры. Бо. Все-таки прошли. Да блин! Славься, Аллах. Блин, да мне, наверное, сюда и надо. Они там долго лезут. Привет, Хлоя. Привет, Лена. Давай, тут надо перепрыгнуть. Да не надо, вот наверх хочу. Ладно. Шамбала, Шангрила. Это сок, вроде той смолы. Он хорошо горит. Отойдите. Еще. Что за чёрт? Боже мой, что это? Это сок. Вроде. Вроде той смолы, и он хорошо горит. Не так все страшно. Ща, короче, придется мне закончить. Мне надо сходить по делам. Попозже чуть-чуть. Но я уже чувствую конец, потому что я смотрел последний босс, там вот этими синими штуками убивается. Да блин, на это говно прям прыгнул. Нет. Нет. Это сок вроде, то есть мало. Бля, потратил это говнище. Парагон обновился. Боже мой, что это? Сок хорошо горит, так же, как та смола. А, здорово. Следующий поцелуй мой сок. Надо... Так. Сок хорошо горит. Так же, как та смола. Да, ребят, я сейчас офну, мне надо бежать по делам, но я уже, мне кажется, уже конец, так что все не добью. И потом либо третий начинаем, либо, может, Last of Us все-таки. Блин. Сейчас залезу на это говно и офую, наверное. Мы должны как-то пробраться. Так. Это сок, он хорошо горит, так же, как та смола. Сок хорошо горит, так же, как та смола. А, здорово. В следующий раз предупреждать. Да блять! Кто ж знал, что это говно взрывается? Хорошо горит, пусть горит, блять. Что за чёрт? Боже мой, что это?
Это сок. Сок хорошо горит, так же, как та смола. Прыгаем, прыгаем. Пу-пу-пу. Так. Блин, я уж очко сжалось. Да ты даун, что ли? Прыгай, куда тебе говорят. И почему... Ну, вот сюда, наверное, на крышу. Хотя я уверен, мне надо было стрельнуть, блядь, в то говно, но я стрелял, и оно не это. Нет, это сок, он хорошо горит. Что это было? Что за черт? Боже мой, что это? Сок хорошо горит, так же, как та смола. А, здорово. В следующий раз предупреждать надо. Ну давай, как это сделать-то, блин? С веревки. Чёртовы поляки. Или кто делал эту игру? Турки. Не. Не, блин. Да что, блин, надо сделать? Даунское говно. Другой разговор. Пошли. Кройся. Выглядит очень знакомо. Конечно. Вот как тут красиво. Ну да, нормально. Тут очень тихо. Немного жутковато здесь, а? Гости. Опять? Говорила же, было слишком тихо. Может, не заметили? Елена, назад. Ну, черт. Нифига себе. Все, ладно, ребят, тут сохранюсь я. Не могу. Надо бежать. Блин. Приду, потом допройдем. Подписывайтесь на канал, пока. Жмите follow, если кто-то новый. Неделя на тидок у нас. Давайте вернусь, короче, часа через два, наверное, заведу.